Всем привет, ребят! С вами я, Лера, и сегодня я снимаю Back to University. В этом видео я покажу вам канцелярию, которую я подготовила к университету. И первым делом я хочу показать вам мой новый рюкзак. Мне нравится, что он не тканевый и с толстыми ручками, намного прочнее моего предыдущего с бананчиками. И также он одновременно и темный, и яркий, что мне тоже очень нравится. К первому курсу я купила тетрадь со сменным блоком. Мне она показалась очень миленькой. И, конечно, к ней же сменный блок с голубыми листами. Я ни разу еще не пользовалась тетрадью со сменным блоком, но в этом году как раз попробую. Далее идут две очень крутые тетради с Гарри Поттером. Мне особенно нравится тетрадь с единорогом. Вот. Они как бы черненькие, но и одновременно яркие и, как по мне, очень крутые. Далее идет тетрадь с круассанами и кофе. По мне, так она очень эстетичная. Мне она очень-очень нравится. Такая выглядит все, ну, все выглядит очень вкусненько и миленько. Далее идет вот такая вот милая тетрадь с белым мишкой и пингвинчиком. Тетрадь с вот такими вот зверюшками. Также здесь в ассортименте есть тетрадь с бурундуками. Я очень бы хотела тетрадь с бурундуками, но ее не было, поэтому я взяла с вот таким вот зверьком. К сожалению, забыла, как его правильно назвать, но он очень милый, прикольный и немножко похож на чихуахуа и лисичку. Больше всего мне понравилась тетрадь с вот таким вот ежиком с печенькой. Она очень-очень милая, и я не смогла просто пройти мимо. Я ее сразу, как только увидела, схватила и решила, что я ее куплю. Тетрадь, которую я обязательно заведу на английский язык, потому что я хочу изучать французский. Я понимаю, что английский может быть полезнее, но не знаю, смогу ли я изучать два языка сразу. Пока что больше хочу французский, поэтому именно такую тетрадь заведу на английский. И еще одна тетрадь с Гарри Поттером, с изображением Гриффиндора. Тоже очень круто смотрится, потому что университет у меня ассоциируется с Хогвартсом, и я надеюсь, что там будет также классно. Далее идут две очень милые тетради, которые мне подарила моя подруга Катя на день рождения. Одна с вот такими вот единорожками, аликорнами, тоже очень-очень милая. И самое прикольное, что с желтыми листочками. Мне почему-то такие тетради больше нравятся, чем с белыми листочками, хотя я писать в них, честно, попробую первый раз в этом году. Также тетрадь с выдрой смотрится тоже очень миленько. Катюша подарила мне вот такую вот маленькую миленькую тетрадочку с кошечкой. Она тоже с желтыми листочками. И я думаю завести ее как маленький ежедневник. Катюша подарила мне вот такой вот карандаш. Мне очень нравится, как он пишет. Вот такая вот милота, лепота. Набор скотчей, которые я обязательно использую в своем ежедневнике. Вот такие вот стикеры с котиками. Я их уже поменяла на своей доске. Я очень люблю котиков, поэтому мне они идеально подходят. Также я уже тут несколько использовала стикеры с единорожками. Как же без них? Котики, единорожки, мое все. Я приобрела пастельные текстовыделители. В прошлом году у меня были яркие во время сдачи экзаменов ЕГЭ подготовки в 11 классе. И я решила перейти на пастельные. Но началось все с пастельного желтого текстовыделителя, потому что яркие начали уже плохо писать, так я их очень много раз использовала. И первым делом я приобрела пастельный желтый. И как раз в наборе есть все остальные пастельные цвета. Я приобрела обложку на студенческий. Надеюсь, она к нему подойдет. Ну, по идее, у нас должен быть стандартный студенческий, и она должна подойти. Она тоже очень классная, с такими вот планетами, яркая.
Ну, на этом моя канцелярия к универу заканчивается. Мне осталось купить лабораторный халат беленький. Но как только нам об этом скажут, я его и приобрету. По спискам на данный момент я поступаю в ВГУ на химический факультет, фундаментальная прикладная химия, специалитет. Ждем приказ о зачислении 17 августа. У-ху! Чтобы вы знали, я полностью могу быть уверенной, что я прохожу, так как списки сейчас обновляются, но именно с удалением в основном согласий, которые были отозваны, или было подано два согласия в вузы, чего в этом году делать категорически запрещено. Я считаю, что это справедливо. А я на 8-м месте из 52 бюджетных мест, поэтому могу смело сказать, что я поступила, и это круто! Что ж, следующее видео я планирую снять либо влог, либо советы по подготовке к ЕГЭ. Я увидела, что вы хотите увидеть и то, и другое, поэтому ждите новых видео. Вот такой получился небольшой back to university. Но, надеюсь, вам понравится. Спасибо, что остаетесь со мной. Я очень рада увидеть активность на канале. Спасибо вам огромное. Люблю вас и всем пока-пока!